должны скупали баланс за наших замечательных спортсменов. И очень долго трудились. На сцену Ручневу Марию для подведения итогов нашего чемпионата. Подборные аплодисменты. Добрый вечер уже еще раз, кого не видела. Итак, хотелось бы поблагодарить в первую очередь участников. Спасибо вам огромное, вы большие молодцы. Вы сегодня создали для нас, для зрителей и организаторов, чудесное мероприятие. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что на чемпионате России вы реализуете все свои цели, которые сегодня не были достигнуты. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое гостям. Также хотелось бы поблагодарить наших партнеров, которые непосредственно оказали нам очень большую поддержку в этом году и предоставили подарки нашим замечательным участникам, которые получат их чуть-чуть попозже вместе с кубками. Хотелось бы поблагодарить также агентство по спорту Архангельской области и Центр развития массовых видов спорта, лично директора Багрецова Андрея Вячеславовича. Также хотелось бы поблагодарить Викторию Игоревну, которая сегодня помогла нам организовать в этом зале мероприятие, в этом институте. Очень приятно. Все, в принципе, слажено. И спасибо за хорошую работу. Спасибо большое нашим судьям, которые приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода для того, чтобы посудить наш чемпионат, наш турнир. Спасибо огромное. Спасибо большое людям, на самом деле, большое искреннее мое спасибо за помощь волонтерам. Вы сегодня сделали большую работу, без вас бы мы не смогли провести наш турнир. Вы самые главные люди сегодня на самом деле. Люди, которые протирали пилоны и участники, это ваша заслуга. Вы тоже взяли на себя часть обязанностей волонтеров, вы молодцы. За это вам отдельное спасибо. Спасибо людям, которые нас встречали на входе в зал, на входе в здание, которые помогали счетной комиссии. И людям, которые были рядом, снимали видео и всем, кто нам помогал. Хотелось бы лично выразить благодарность и выдать грамоты, прежде всего, Копытовой Виктории Игоревне, к сожалению, отошла, передадим. Также нашим замечательным ведущим, это Романенко Григорию и Косач Станиславу. Спасибо им большое, на самом деле, я считаю, что очень классно был проведен сегодня наш турнир с точки зрения организации ведущего. Спасибо огромное вам, дорогие ведущие. Мы вам вас позовем еще. Спасибо большое за помощь Селенинову Роману в организации. Антону Митинёву. Благодаря Антону Митинёву лично. Можете подходить за грамотами. У нас с вами появилась вот такая чудесная воздушная площадка. И благодаря Роману тоже в том числе у нас появилась пилонная площадка. Спасибо большое. Хотелось бы поблагодарить волонтеров. Это Ольга Танковская, это Галина Попова, это Егор Шарапов, Ольга Дыргина, Светошова Анастасия и Павлова Светлана. Также хотелось бы выразить большую благодарность Лизуновой Марии за помощь, за реальную помощь в организации турнира и привлечению волонтеров, которые сегодня нам помогли на турнире и заодно помогли своему делу. Подарили ребенку праздник, да, правильно назвала? Спасибо большое Петиной Оксане за предоставленные подарки участникам. У нас участники одновременно еще являются помощниками и спонсорами турнира, так получается. Спасибо большое Александру Ваюле и компании «La Fleur» за замечательные подарки, предоставленные у нас на турнире. Спасибо большое салону «Лиду» и лично «Лидмолина» Олесе
за подарки, которые у нас предоставлены были. Так, тебе спасибо большое. За подарки зрителям и участникам. Спасибо большое Маклову, Ксении и Евгении сегодня за то, что они подключились и помогли сегодня нам поставить короны. К сожалению, они не выступали сегодня, хотя, возможно, кто-то из вас уже видел их выступление до этого. Я надеюсь, они продолжат выступать в дуэте юниорском. Но уже будут взрослые скоро, в августе. Спасибо большое Зиновьева Ирине за помощь в организации турнира и за огромный вклад в чистоту наших пилонов. Спасибо всем присутствующим. Если я вдруг обделила кого-то сейчас внимание, я очень извиняюсь. Вы ко мне подойдите, я вас лично поблагодарю. Спасибо большое всем гостям, родителям прежде всего, которые поддерживали своих детей, которые вкладывают в своих детей силы, время, финансы, это немаловажно, и поддерживают своих детей в таком виде спорта, как спорт на пилоне и воздушная акробатика. Это очень важно на данный момент, в самом деле. Спасибо большое родителям. Ну и, собственно, перейдем, наверное, к церемонии награждения. Итак, давайте еще раз под бурные аплодисменты поблагодарим всех наших участников. Итак, переходим к самому долгожданному моменту сегодняшнего дня. Грамотой награждается Повина Кира за первое место в категории Air Acrobatic Solo девушки 10-14 лет. Воздушные полотна. Еще громче. Итак, продолжаем дальше. Я думаю, вас наградят сейчас или не сейчас. Волонтеры, пожалуйста, помогите нам помочь наградить всех желающих. Ага, вот уже есть люди. Вот берите пример, сказал слово «волонтер», сразу 6 человек выскочило на сцену. Давайте им еще раз поаплодируем. Они делают громкий звук сегодня. Итак, первый человек уже получил призы, грамоту. Сейчас получит прекрасную медаль и кубок. Буквально в течение нескольких секунд. Помощь, пожалуйста, волонтер, помогите. Вот так вот люди становятся волонтерами. Давайте поаплодируем еще раз. Ничего страшного, небольшая поддержка. Итак, все получилось. И вот сейчас бурные аплодисменты. Так, продолжаем дальше. Категория соло девушки 10-14 лет «Кольцо». За первое место награждается Бовина Кира. По факту человек может все. Далеко не уходи, стой. Сейчас тебя будут опять награждать, одаривать, делать фотографии с тобой. Ну, через пару секунд. Друзья, поддержим, конечно же, поддержим. Просто куча подарков, все потерялись, куча подарков, всего-всего просто одаривают. Итак, сейчас вынесут нам прекрасные подарки. Наверное, но у тебя же в принципе есть. Достаточно, может, или ты еще хочешь? Вторую, говорит, надо еще. Правильно, добилась своего, заняла первое место. Второй кубок давайте.
Итак, второй кубок уже летит нашим прекрасным участникам. Вот настоящий чемпион. Итак, переходим дальше. Категория мужчины соло под категорией А. Воздушные полотна. Награждается за первое место Митнев Антон. Поздравляем! Итак, переходим к следующей категории. Категория женщины, любители под категорией А, воздушные полотна. За первое место награждается Алешинцева Анастасия. Давайте еще аплодисменты подарим. Фотографию на памяти обязательно. Итак, переходим к следующей категории. Категория профессионалы, женщины под категорией А. Воздушное кольцо. За первое место награждается Лизунова Мария. Кольцо. Любители. Женщины под категорией А. За третье место награждается Евдокимова Елена. Категория «Воздушное кольцо». Любители. Женщины под категорией А. За второе место награждается Дарья Артемова. Категория «Воздушное кольцо». Любители женщины под категорией А. За первое место награждается Алешинцева Анастасия. Фотоаппарат, улыбнитесь. А мы, конечно, наградим аплодисментами наших победителей. Следующая категория. Воздушное кольцо. Дуэты. За первое место награждаются Артемова Дарья и Лизунова Мария. Категория соло. Девочки 10-14 лет по категории А. За первое место награждается Финогенова Эвелина. Категория девочки 10-14 лет. Соло. За третье место награждается Щеглова Валерия. Категория соло. Девочки 10-14 лет. Под категорией Б. За второе место награждается Ирина Симакова. Thank you.
девочки 10-14 лет под категорией Б. За первое место награждается Маякова Ирина. Мальчики 10-14 лет под категорией Б. За первое место награждается Титаренко Илья. В турнире по воздушно-силовой атлетике в категории юниоры, девушки под категория Б. За третье место награждается Валерия Ереманова. Категория юниоры, девушки под категория Б. За второе место награждается Щеголихина Ирина. Юниоры, девушки под категорией Б. За первое место награждается Юлия Лепилина. Категория соло. Женщины, любители под категория А. За участие в турнире награждается Виноградова Раиса. Категория женщины соло-любители под категорией А. В турнире по воздушно-силовой атлетике за участие награждается Жернакова Ольга. Под категория А. За третье место награждается Ксения Тутыгина. Категория женщины, соло, любители под категория А. За второе место награждается Ольга Савина. Категория женщины-любители соло под категорией А. За первое место награждается Марина Мариева. Переходим к следующей категории. Категория женщины-соло-любители под категория Б. За второе место в турнире награждается Татьяна Силантьева. Категория женщины-соло-любители под категория Б. За первое место в турнире награждается Анастасия Чех. Категория профессионалы. Женщины соло под категория А. За участие в турнире награждается Фетина Оксана.
Категория «Профессионалы». Женщины соло под категория «А». За третье место в турнире награждается Мария Плюснина. Категория «Профессионалы». Женщины соло под категория «А». За второе место в турнире награждается Марина Максимова. Категория «Профессионалы» соло, женщины под категорией «А». За первое место в турнире награждается Кира Корнилова. В категории «Группы женщины» за первое место награждаются Плюснина Мария, Савина Ольга, Маслова Ирина, Клюшина Ольга. Дорогие друзья, все награды нашли наших победителей. Поаплодируем этому факту. И сейчас мы просим подняться на сцену наше замечательное жюри, чтобы сделать общее фото. Судьи, пожалуйста, поднимитесь к нам для фото. После того, как мы сфотографируемся все вместе, можно будет сфотографироваться уже с нашими участниками. Давайте еще раз...